если бы я был мудрым правителем Казахстана, то я бы сегодня со всех ног устремился бы в Россию и потребовал бы от России включить Казахстан в состав России и уничтожить вот эту несправедливую границу. Потому что в противном случае произойдет раздел Казахстана. Ведь Казахстан – это искусственное образование, он не существовал в XIX веке, он не существовал. Даже в 1917 году никакого Казахстана не было. Больше того, я скажу крамольную вещь, но это научная истина. Никакого казахского народа, никакой казахской нации тоже не существует. Существует союз племен, всегда существовал. Помните, как Державин обращался к Екатерине Великой в своей оде Фелица, богоподобная царевна киргиз-кайсацкие орды. Вот киргиз-кайсацкая орда – это союз племен. Старший жуз, средний жуз, младший жуз. Более 20 племен, из которых, грубо говоря, там 9 племен монголоидных, 14 племен тюркоидных. У них даже диалектные различия весьма сильные, у них генетика различная. Что их сделало единым народом? Только советская власть. Потому что это были кочевые племена. И вот был союз племен, который в 18 веке встал перед угрозой тотального геноцида со стороны джунгар. Джунгары были народ не очень милосердный, далекий, скажем так, от принципов Европарламента. Да? И джунгары бы вырезали их под корень. Кто не дал вырезать казахов? Кто спас их биологическое существование? Русская императрица Екатерина Великая, к которой они обратились, и которая, применив пушки, артиллерию применив и разогнав джунгар с помощью вот этого пушечного боя, просто спасла от уничтожения вот эти несчастные племена, которые сегодня называют себя казахским народом, которые сегодня претендуют вот на все вот эти территории, говорят о том, что это их земли, которые больше того, которые говорят, что Россия их оккупировала в свое время, да, что Россия их эксплуатировала. Знаете, есть такой феномен, который англичане, давно английские ученые подметили, он называется колониальная неблагодарность. Вот в данном случае мы сталкиваемся с ярким примером той самой колониальной неблагодарности. Вообще-то казахи должны были бы, вот увидели русского солдата, да, должны были бы в пояс кланяться, русского крестьянина, русского казака. Потому что если бы не мы, не было бы сегодня ни этого союза племен, ни этой псевдонации. Поэтому нужно ясно понимать, что уж если сегодня Украина ставит вопрос о федерации, да, то тем более федерацией по факту является Казахстан.